Всем доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами, как всегда, видеотекари. Продолжаем записывать DBD. В этот раз давайте-ка выпустим чуму. Завершающий пакет каточек, именно вот на этот сезон, постараюсь по разнообразнее, как можно более заразных. Но, как говорится, не обещаю. Возможно... Сейчас за слабых поиграю и скажу, ну, нафиг эти слабые все оставшиеся катки за чуму, за нюрсу буду играть. Все, уже обошли и там заводят, да? Ну, все как обычно. Почему? По 100-500 палет вечно в этой игре. Ну, заметьте, под вмешательством без единой ошибочки. У меня уже улетело, я уверен, что 2 генератора. Еще и гибкость. Да елки-палки, ты травиться будешь, нет? И все равно, что забавно, по анимации, они все равно успевают в нужный себе угол перепрыгнуть. Даже если ты им хит нанес. Блин, ну вот это, конечно, меня убивает нахрен в этой игре. Давай, давай, чума, ёп, моё. Вот так. Ааа!
Так забавно, конечно, против чумы слышать тотем на лечение. В этом ее неимоверный плюс. По сравнению с другими манами. Вот это нормально, да? То, что здесь две палеты прямо перед носом. Бросай уже. Еще гибкий. Да ты что, ты не успеваешь? Ванутая игра. И приходится нафиг терпеть, терпеть, терпеть. О, пошло лечение. Ага. Начали мне борщ давать просто-таки со всех щелей. Попал. Добивание. Вот эта связка мне нравится. Потом яблочки. Ну, это прям гарантированно против задротов, которые знают, как против чумы играть. Чтобы было не хотя бы два борща. Красные жижицы. Ну и связки с радужками, естественно. Куда же без них. Это пиздец. Да это пиздец. Святой воды, что ли, выпила? Ой, все, обиделся. Обидуй-ка. Против чумы не играю, принципиально. Когда я играл, короче, на Нерсе, один типочек слился и такую смешную фразу записал, написал потом в послеигровом чате. Мне кажется, мне на все время запомнилось. Против Нерсы не играю, принципиально. Так вот теперь у меня каждый, если сливается, я вспоминаю того типа и против этого мана не играю, принципиально. Карта огромная, ивент орёт, чума орёт, ты тут люк не услышишь.
Ничего страшного. Как все знают, люк это подачка. Аптечек понабрали со шприцами. Ой, подготовились. Ничего, не прокутил. Всем спасибо, лайк, комментарий, подписка. С вами был Видеотекарь. Всем пока.